ganze deutsche Nation erhebt sich in diesem feierlichen Augenblick und ehrt das Andenken dieser 7 gefallenen Soldaten. What do you people want from me? Если бы я был более достойным человеком, то этого ролика не было бы и в помине. Квесты 90-х — это одна из самых замечательнейших вещей, что случалось с игровой индустрией. И суть тут не в том, что тогда лучше всего знали, как оперировать таким жанром, нет. Тогда была эпоха открытий и экспериментов, определенной рецептуры разработки игр не было в принципе, и поэтому каждый будто на конкурсе талантов пытался придумать что-то новое и выделиться. Сделанным не по каким-то общепринятым или денежно-доильным стандартам, а чем-то своим. Родным. У нас восхитительная сказка в 3 актах с 3 разными героями в рамках необычайного королевства. А у нас на озвучке Пеннивайз. А у нас Василий Иванович из 3-го Ведьмака. А у нас Твин Пик с подметом с очень глубинным смыслом и возможностью убивать детей. Господа, поначалу мне было любопытно, но сейчас вы захватили все мое внимание. Как сказал один великий румынский кашевар, если бы у моей бабушки были колеса, то она была бы мотоциклом. А вот если бы Дэвид Линч был двачером и упарывался кустарным крокодилом, дабы потом от передоза превратиться в говяжий бульон, то он сделал бы Харвестер. Харвестер — это один из самых темных продуктов игровой индустрии 90-х годов. Его можно было бы сравнить или даже приравнять к игре Харлана Эллисона, но проблема в том, что творение писателя имеет под собой достаточно явные смыслы и высокие материи. Проще говоря, видно, что автор пытался до нас нести нечто важное, а у истории была многослойная мораль. Харвестер же игра совершенно иная. По первой, да даже по второй, третьей может показаться, что это самый безвкусный, вульгарный и просто срамный проект людей, что хотят заработать на шок-контенте. Мол, смотрите, у нас тут кровяка и всякие ужасы страшные, мы знаем, вы такое любите. Срамота! Еще подозрение вызывает вот такой момент. Игра была выпущена в 1996 году студии DigiFix Interactive, и это была их последняя игра. После нее они пытались выпустить стратегию, вдохновленную Command & Conquer, но успели лишь выложить демо. Студия была распущена. И не кажется ли вам странным, что развал студии произошел именно после этого с виду стрёмного квестика? Ну, вообще-то, так и есть. Игра провалилась в продажах и получила достаточно средняковые оценки. Ее, конечно же, занесли в самые разные списки самых жестоких игр, но по факту люди просто не поняли, что это за хрень и в чем тут какой-либо смысл. Плюс самую игру 100 раз переносили просто из-за того, что во время разработки происходили самые разные траблы с технической составляющей. Однако, не все так просто. Очень часто гении бывают непоняты и отвергнуты обществом. И хоть Харвестер шокирует, но шокирует он тем, что под маской пошлой безвкусицы оказался... А впрочем, вам лучше это увидеть самим. Дамы, господа, трапы и прочие адекватные и абсолютно разумные подписчики, устраивайтесь. Буквально через пару мгновений мы отправимся в путешествие в, пожалуй, самый недооцененный, но гениальнейший щитпост 90-х годов, который будет понят лишь детьми просранной морали, то есть нами. Стой! А вдруг среди нас есть те, кто не хочет отправляться в столь ужасный игровой мир? Есть люди, что желают отправиться в мир прекрасный, мир идеальный. Ох, Бубс, я 3 ты вспомнил, однако, а? Ребят, вы не поверите. Тут, оказывается, уже давным-давно доступна ПВшка на мобилках. Perfect World! В общем, я опробовал игру лично, и она очень-очень pretty good. Хотя, признаюсь, использовать данную музыкальную тему было весьма подло со стороны разработчиков. Я вот чуть не разрыдался. В данной прекрасной онлайновой игре вас ожидает множество восхитительных возможностей. Про PvP и PvE режимы бытия, я думаю, особо сильно распинаться смысла нет. Для многих это совсем не ново, но вот что действительно будет приятно для новых и старых игроков, так это возможность заиметь собственную недвижимость. Парить в воздухе и сражаться в воде. Множество боевых навыков и возможностей для эпических билдов. Тебя ждут новые локации, обычные эпические квесты, множество новых механик и, что самое главное, море веселья и такого простого эстетического чувства прекрасного. Локации с разным климатом, множество архетипов персонажей, воины гильдии и прочие приколы. Perfect World Mobile! Переходи по ссылке в описании под роликом и играй уже сейчас абсолютно бесплатно. Чел, серьезно. Перейди,
Пожалуйста. Само вступление уже заранее нас готовит к чему-то страшному, ожидая, что буквально с порога нас выбросит самую кучу кровавого месива. Однако после 3D-шной буфонады и сисичек главного героя внезапно начинается самый обычный квест. Мы играем за дефолтного Аяшу, что очнулся в своей самой типичной спальне. У стенки стоит кларнет, принадлежащий, очевидно, жирной старшекласснице. А на подоконниках находятся самые обычные, свежеполитые, пластиковые растения. С этого момента я и начал подозревать, что что-то определенно не так. Больше понимания получаем мы и наш главный герой, лишь выйдя из комнаты. В зале пацанчик сидит и смотрит ковбойское шоу. А некая женщина на кухне готовит печеньки и сразу же выкидывает их в помойку. Сам же главный герой вообще без понятия, где он находится, имени своего не помнит, кто эти люди не знает и вообще он походу прибыл сюда из времени более современного. Но само собой, больше мы узнаем из диалогов. Leave me alone, Steve, or I'll tell mom on you. Mom's in the kitchen, and if you bug me, I'll call her. Look, I just... Do you know me? Wish I didn't. Because then you wouldn't be my brother, and I'd have your room, and all the presents at Christmas. Though I will soon enough anyway, because you're a lousy rat. You're my brother? No, duh. Listen, I don't mean to, bug you, but I can't seem to remember anything. Will you please just tell me who you are? Mom, Steve is bugging me! Steve, leave Hank alone right now! Узнаем, что главного героя именуют Стивом, но приятные моменты на этом оканчиваются. Ведь абсолютно никто из семьи не желает верить в якобы чушь про потерю памяти. Тот же младший брат заявляет, что мы придуриваемся и вообще по жизни шутняра. I'm sorry. Look, I'm telling you, I need your help. I've lost my memory. Have not. Cut it out. I'm telling you the truth. You always were a kidder, Steve. Leave me alone, I'm sick. Как же сильна дизмораль от пассивно-агрессивного младшего высрунка. Старшие братья и сестры поймут. Но давление на этом не заканчивается, ведь Стив идет беседовать с маман. Well, hello there. How about some cookies? There's plenty of rejects in the trash. Че? Who are you? That's a fine way to talk to your mother. Маму расстраивает наше поведение и то, что мы ее якобы не узнаем. Она считает, что мы дурачимся. Мол, вот когда надо будет носки постирать, тогда сразу Стивчик вспомнит ее. Плюс она весьма странно реагирует, когда пацанчик прямо говорит ей, что он потерял память. Listen, this may sound strange, but I've lost my memory. Do you believe me? Well, you always were a kidder, Steve. Мам, не усугубляй. Дальше хуже. Что с мамой, что с братишкой? Мы ведем самые разные диалоги, дабы потихоньку узнать, что да как тут творится. Братишка имеет какое-то наркоманское пристрастие к телевизору, а мама вроде бы и хочет тому по шее надавать, но, к сожалению, занята тем, что готовит печеньки для особой ярмарки. The big sale is on Friday, and yet you're baking the cookies now. Never put off till tomorrow what you can do today. But they'll be stale by then. That's why I'm throwing them away. And then cooking more? To replace the ones I throw out. Why? Well, I have to. No one's going to pay to eat stale cookies out of the garbage can. But you expect me to. Of course not, Steve. I wouldn't charge you. I'm your mother. Help yourself. А вы будете смеяться, но это вполне диалог уровня Твин Пикса Линча, или же доктора Стрэнджлава Кубрика, или же бутылочки водки от Басковой. Мне это нравится! Не знаю, что здесь происходит, но выглядит все очень и очень астрально. Стив, кстати, узнает, что у него еще и отец есть, но, увы, его заперли в комнате, так как, по словам маман, он решил отдохнуть. А если вы лайкнете это видео, то я вам поведаю, что будет, если сказать маме слово на букву «Ф». Ну, надеюсь, мы еще увидимся, а пока что от родительницы Стив ловит более-менее адекватную цель локального бытия, а именно оформить заявление о наступлении в масонскую ложу Урожайска, за нее я потом поясню, и заодно попытаться познакомиться с местными жителями, включая нашу будущую невестку Стефани. Fiance? This is insane! И это далеко не шок. Дальнейший разговор с этой женщиной лично у меня вызвал самую суть термина
противоречивые чувства. Stop this foolishness right now and count your blessings. Stephanie is great at cooking and cleaning. What's cooking and cleaning got to do with anything? Honestly, boys are so dense. What else is there for a wife but cooking and cleaning? You may not appreciate a hot meal on a clean plate when it's there, but if it wasn't, we'd hear about it soon enough, I'll bet. You're saying that's all there is to marriage? Cooking and cleaning? Well, you'll have to ask your father about that, but I'm sure Stephanie will do her duty when the time comes. Bless your innocence, but there are certain disgusting truths that go along with marriage. Facts that can't be disguised by sheets which wrap around the contours of flexing go-gos and bouncing legs. You can't know what I'm talking about, and that's best. When the time comes to make a baby with Stephanie, you'll have to make your peace with the fact that when a farmer plants his seed, he can't help but get some nasty dirt on his hoe. После таких слов кто угодно решит посвятить свою жизнь целомудрию. Блин, а есть ли в этой игре хоть что-то светлое? Может, наша младшая сестра хотя бы адекватная, а? If she wakes up, she'll just want to eat again. Ёп, ну не. Эх, жалко, конечно, что эта игра не попала к нам в 90-х. Я бы послушал озвучку этой игры от Фаргуса. Нам же с вами ныне следует выйти на улицу и открыть для себя целый огромный городок. Но перед этим не забудьте отдать газетную макулатуру мальчику Джимми. Hey, Steve, I'm Jimmy James. Remember me? I guess not. Hey, how come you haven't been putting the paper out for me in the morning? Если вы его слишком часто будете игнорировать и не давать газетки, то он застрелит вас. Жизнь в урожайске и опасна, и трудна. Папава. See you later, alligator. Кстати, прежде чем мы с кем-либо из людей заведем новые знакомства, я хотел бы обратить внимание на очевидного слона в углу комнаты. Графика. Мы с вами успели лицезреть красивую пиксельную ретро-графику, относительно детализированные спрайты и даже сомнительные 3D-шные элементы. Тут же мы видим еще один вариант, что сыскал популярность лишь на определенное время. Графика с использованием фотографий и отснятых футажей. Достаточно спорный метод, но однако именно он позволяет насладиться живой актерской игрой, которая, к слову, может запомниться вам надолго. А теперь предлагаю познакомиться с нашей будущей невесткой и ее семьей. К сожалению, в первую очередь из ее семьи попадается мистер Потсдам. There he is, my future son-in-law. And how's he doing today? What brings him to the Potsdam household, huh? Huh? Этот странный жирафуфил с виду относительно нормален, не считая его помешательства на мясных продуктах. Он заявляет, что абсолютно счастлив предстоящему событию, ведь отец Стива заведует локальной мясницкой, и поэтому Потсдаму будет доступ к мясному рогу изобилия. Он настолько любит мясо, что уже даже есть фото, где он мясо теребит. Meat is the foundation of any decent society. Everyone needs at least 3 servings of red meat a day. And anyone who says otherwise is a commie. Ля как заливает бочка сальная. С его женой разговор, конечно, чуть попроще, хотя Стив подмечает, что она очень сильно смахивает внешне на его мама. Honestly, you men can insult a woman without even knowing you've done it. What a horrible thing to say. You're both standing around baking cookies. Same kind of dress, same pearls. So bizarre. There's nothing bizarre about baking cookies. От общения с этими двумя мозг Стивчика обогащается некоторыми знаниями. Например, тем, что мистер Потсдам пытается вступить в ложу, но его то и дело динамит. Бедолашка. А еще Стефани чисто на всякий случай наказана и запрещено выходить из комнаты. Видимо, не хотят, чтобы она соскочила и передумала выходить за обладателя лакшери сисечек. Благо, будущая родня разрешает подняться наверх и повидать девулю. Кстати, увидеть мы ее можем и намного раньше, через дырочку в ванной. Оля-ля. Видимо, батяня втихаря, но подглядывает за дочуркой и разминает свое мясишко за пределами картины. Вообще, обследовать ванну само по себе интересно. В шкафчике я, допустим, залутал парочку тампонов и смазку Оралуп, что помогает входить и выходить из узких местечек. Ну, здравствуй, дорогая. Who are you? What are you doing in my room? Haven't you heard? We're getting married. So, you're the one. Steve, isn't it? You mean, you don't know me? I mean, I don't know anyone. I don't remember anything. How many times do I have to say it? Just one, Stephanie, because I can't remember a damn thing either. Really? Oh God, I thought it was just me. Как вы поняли, а коль не поняли, то сейчас поймете. Стив и Стефани единственные непонимающие люди в этом городке, потому что именно они
люди, по сути своей. Родители наказали девушку и велели ей не покидать ее помещение вплоть до свадьбы. Сама же Стефани поясняет нам, что походу все в этом городе крутится, вертится вокруг страны ложи, контролирующей город. Если мы хотим понять, что происходит, то стоит двинуться именно туда. Сама же девушка ничего сделать не может и просит Стива разобраться. I mean, look at the damn thing. Seem like a harmless bunch of masons to you? Что ж, ну почему бы и нет. Правда, перед этим стоит максимально тщательно изучить город и его жителей. Ведь по сути, это одна треть всей игры. Лишь после тотального знакомства со всеми следует двигаться дальше. Ох. Короче, если вы сидите и пьете чай или кушаете, то будьте готовы к тому, что в определенные моменты и после определенных фраз у вас изо рта повылетает все содержимое. Сейчас мы будем лицезреть весь цирк уродов города Урожайск. Это мистер Джонсон с его горячо любимой Точилой. Hello, Steve. How's the husband-to-be? Он по натуре типичный такой пожилой холостяк, который всрал все возможности завести семью и тебе сидит да делает вид, что так все и было задумано изначально. По типажу схож с нынешним Мэдисоном. All right. You should be ecstatic, considering what you're getting into, if you haven't gotten into it already. Speaking of which, I heard Stephanie was grounded. Her daddy's worried about getting his meat. Though if I were him, I'd be more concerned about Stephanie getting some meat. Да даже юмор одинаковый. Right. And you are? You always were a kidder, Steve. I'm Mr. Johnson, remember? Так, я понимаю, эта кликуха теперь прилипла к нам, да? Локальный мимас, ты диселян, да? Вы смотрите, не троллируйте меня, а то как спою. All the other kids in the pumped up kicks. You better run, outrun my gun. Вы, кстати, будете смеяться, но это не особо повлияет на сюжет основной. Ну да ладно. Speaking of Stephanie, I still haven't gotten an invitation to the wedding yet. I don't have anything to do with that. That's okay. Personally, I'd prefer a pass to the honeymoon. You could use the back seat of my Tucker for the maiden voyage. It's plenty big. Believe you me, I'd drive you around. And I wouldn't look in the back seat, I guarantee it. Though if you'd like to come up front and take the wheel a while, I wouldn't say nay. Вот вы знаете, я вот действительно хотел посмотреть, как мистер Джонсон стримит. Тип он достаточно интересный. Особенно интересны его попытки охомутать владелицу местной кафешки, Эдны Фицпатрик. Эдна Фицпатрик is one of the snootiest women in town. По его словам, она одинокая мать, что отвергает его только так. И это вообще не поггерс. Никто не смеет отвергать мистера Джонсона. Ее дочке нужен хороший отец, а вот Эдне... Well, she needs a good hard penis. Именно на этом моменте лично у меня изо рта выплеснулась порция чая прямо на монитор. Неподражаемый персонаж. What makes you so sure she needs a penis? You saying Edna's getting it from someone else? Like maybe that damn Sheriff Dwayne Dwayne? He's over at DNA's diner every day from noon to one, eating his dadgum pie. And I got a feeling he'd like Edna for dessert. Sure, it's the only diner in town, but I'm sure he's got more on his mind than food. Драма на уровне шоу с Андреем Малаховым. От кого же Эдна получает ежедневную порцию пениса? Скандал, интриги, расследования. Karen's only 5 years old. Since Mr. Fitzpatrick passed away, in Edna's arms and legs, I might add, Edna's been raising Karen on her own. What a shame. To deprive a little girl of a positive male role model and her mama of a fine stiff penis. I'll admit DNA's done it does good business. But money isn't everything to a woman. Can money keep you warm at night? Can you wrap your thighs around it? Rake bloody gashes in its back with your painted hollowed fingernails? Edna! Edna! So, how's Stephanie?
пожалуй, закончим на этом общение с столь замечательным дядей и двинемся дальше, а то у меня уже следом печенька изо рта вылетела. Следующей на очереди будет дама, что обитает в этом замечательном заброшенном доме. Прощайте, мистер Джонсон. Bye now. Господи, надеюсь, хоть тут мы встретим кого-нибудь относительно адекватного в общении. Вроде бы эта обитающая в доме полный мост женщина выглядит очень даже нормально, прямо как женщина с поленом. It's not often that I get visitors. I am Tetsuo Krum. The ignorant of harvest call me the wasp woman. A pejorative, no doubt. Born of fear and a poverty of imagination. I don't understand. The politics of honey, the Judeo-Christian rites of sacrifice and conventional taboos against unbridled pleasure are all responsible for the prejudice against wasps. Честно говоря, я мог бы ее полностью проигнорировать, потому что конкретно эта дама для сюжета абсолютно никакой роли не играет, однако диалоги с ней и ее просто восхитительные истории не способны позволить мне пройти мимо. Суть ее бытия в том, что она борец против системы. Пока все разводят пчел, чтобы зарабатывать на меде, она разводит ос ради эстетического балдежа. Да и сами осы, по ее словам, ребята, прям скажем так, базированные. Осы — это база. Yes, a great deal of pleasure. The wasp is a sensual being, not a laborer. Hedonistic instead of industrial. Some think them quick to anger. In truth, they are easily swayed to ecstasy. They penetrate your flesh, and the muscular contractions in their thorax as they pump venom could be likened to the muscular contractions of ejaculation. Each painful welt, an act of love. Ну вот, на этом мы, пожалуй, с ней разговор и окончим. А вот и локальная пожарная часть. Это место также полно приколов. Именно здесь обитают пожарники, придумывавшие раньше всех такой термин, как гомоирония. Например, сейчас они практикуются в рисовании голого мужика. Don't bother me, I'm sketching. Oh, look what you made me do. Hello, Steve. Welcome to the House of Flame, as we like to call it. Oh, cut it out, Spot. Honestly. Once he gets barking, a good piece of meat is the only way to shut him up. There you go, Spot. So, Steve, bet you don't remember me. Heard about that short in the old wiring. I'm Fire Marshal Sparky, head of your fire department. Don't be silly, everyone thinks that amnesia kick is a scream. Well, you always were a kidder, Steve. Пожалуй, еще немного я свой канал переименую в футняру. Сами пожарные даже не скрывают то, чем они тут на самом деле занимаются. Хихикают, рисуют обнаженных мужиков и планируют будущие эстетические апгрейды пожарной части. Сейчас, например, она снаружи украшена цветами. Пожарные гидранты напоминают пенисы. Это, кстати, прямым текстом говорит описание в игре. А на будущее у искорки запрятан некий моток роскошной ткани. Вау. Art enriches the community, Steve. No less than a pulsing fire hose or a fireman beating down a blazing door. So what if we're drawing a nude man? So what if all we ever draw is a nude man or the same nude man over and over in all sorts of provocative positions? Context, not content. Process, not subject. Don't be so ghosty, it's beneath you. Это были лихие 90-е, но уже тогда была изобретена примерная концепция будущих художников интернет-клубнички. Кстати, Искорка высказывает нам некоторые интересности о недавно сгоревшем газетном издании Урожайска. A dreadful affair. You wouldn't think that a brick and steel building with a sprinkler system could go up that quickly. Интересно и познавательно. Надо будет потом обязательно туда наведаться. А пока что удачи, веселые ребята. Может, в магазинчике нас ждет островок спокойствия. Вы не поверите, но тут реально все забыстно. Заведует магазином миссис Фелпс, и она одна из немногих, кто, походу, не тронулся умом. Can I help you, dear? Who are you? This is Phelps General Store. So who would that make me? Maybe you need to go back to Dean Memorial and have Miss Whaley teach you about logic. I'm fuzzy on a lot of things these days. My memory's gone. Shaw, you always were a kidder, Steve.
Ну давай, назови меня еще раз, шутняра кончалыга, ты старая. Эту бабку не особо волнуют проблемы окружающего мира, разве что она слегонца будет нас троллить от случая к случаю. Например, если куплю у нее за четвертак журнал с голыми бабами. A girly magazine? Why, Steve, I'm surprised at you. I'd expect that sort of thing from Deputy Loomis, but never from you. Well, will you sell me one? I certainly will, Steve. That kind of interest is healthy for a young fella. Stares him away from being a fireman. Я что-то только сейчас подметил туровлянку с ее стороны насчет пожарных. Ладно, это было смешно. О, а это отделение местной почты России получается. Это особенно стало явно после того, как я обратил внимание на женщину, что пытается прочесть свою почту. Женщина, кстати, слепая. Yes? I need some help, Mr. Postmaster Boyle. What can I do for you today? Этот почтмахер Бойл с виду веселый и добрый мужик, однако по факту он типичный сраный бюрократ. Именно у него мы можем получить форму для подачи заявки на вступление в ложу. Копии этих заявок он распечатает в начале каждого месяца, и именно в начале каждого месяца эти формы необходимо успеть урвать. В другие дни он копии не делает, потому что так не положено. It's very important that I get in quickly. That's what they all say. Postmaster Boyle, I'll just die if I don't get into the lodge. Can't make an exception, young man. Just wouldn't be right. В общем, ничего с этим представителем Почты России мы сделать не можем. Пока что. Валим дальше знакомиться с этим миром. Это локальный барбершоп мистера Пастеролли. Он итальянец молчаливый, коего я совершенно случайно ударил насмерть. Не бойтесь, я если что загрузился. В общем, в этом помещении находятся три персонажа, правда поговорить полноценно мы можем лишь с двумя, потому что господин Пастеролли ничего не понимает по-английски. И кстати, мы изначально могли с ним поболтать, но эту возможность убрали из финальной версии игры. Насколько я понял, он должен был быть одним из единственных людей, кто понимал, что здесь происходит и желал нам помочь. Ну да ладно. Что насчет остальных твоих? Они забавные, но каких-то мозговыжигающих речей нам не толкают. Челопутер пытается доказать, что на полях знаки оставили инопланетяне, и вообще он на них охоту ведет, и даже одного поймать успел. How come I never seen none of them saucers clam? Them aliens is wily, Pete. You don't cross the intergalactic void without learning a trick or two. А полупокер все желает нам втюрить отделку дома алюминием. What are you talking about? I really think you should talk your father into buying some. He can afford it. And I can't stress enough the value of some really fine aluminum siding. Keeps it warm in the summer, cool in the winter, and it keeps out the sheep. Насколько я знаю, события в игре происходят именно тогда, когда подобная отделка была в моде. И суть в том, что эта отделка с виду классная, модная, и в словах вообще все very nice, но на деле это пососня полнейшая. Прямо как сборка на Райзене. Ох, наконец-то я вас привел к одному из самых сладких моментов игры. Одна из тех мемных жемчужин, что вы будете то и дело вспоминать. Бастер Монро. И военная ядерная база, кою он охраняет. Как вы уже могли заметить, Бастер Монро — полковник. О, кто там? They tell me my name is Steve. All right, the Section 21. Keep your distance, son. I wouldn't want to have to blow your head off. That makes two of us. Бастер навсегда мне запомнится, хочу я этого или нет. Пока все шуткуют над бедным Ником Вучичем, я шутки ради буду приводить в пример полковника Монро. Тип, полковник Бастер Монро не видел мультиков целых 10 тысяч лет. Ребята, вы слышали, какую кличку дети дали полковнику Монро? Нет, какую? Окорочок. Данный персонаж, ровно как и женщина Оса, не играет для сюжета и для самой игры никакой роли. Мы даже можем не приходить к нему сюда. Однако порой именно такие персонажи накидывают веса игре. Наполнение для культурной ценности. These are nuclear missiles? Goddamn right they are. Every one of them ready to rain death on the Ruskies. All I gotta do is hit the button and blammo! The price of vodka goes through the roof. Along with the vodka. Полковник Монро — бывший участник боевых действий, что ныне обязан стоять здесь и охранять ядерные боеголовки. Well, I suppose you have, you know... Safeguards against accidents? Safeguards? Don't be such a weak sister. There are no safeguards. This is the 50s. Why are you asking about the button, son? I'm just a little nervous about it. I mean, suppose an accident happens.
Don't get your panties in a bunch, mister. The button is perfectly safe. I keep it on my person all the time. No commie bastard is getting his mitts on this button. No siree bomb. No one initiates a nuclear holocaust in Harvest except me. Еще больше для хьюмора можно словить, если вывести его из себя и заставить поверить, что Стив сраный коммуняка. I appreciate your honesty, comrade. Хотя лично я чуть не помер, когда начал в подробностях рассказывать, как свои две шпалы потерял. You say before you came to Harvest, your lower torso was shot off in the war? That's right. I was behind enemy lines. The night was dark. Rain wet. Plastic I was supposed to rig the bridge with, precariously sandwiched between my knees as I crawled in the muddy mud. I didn't see the Jerry taking aim at me with his machine gun until half of me was flying through the air. With a quick spray of bullets in a straight line, it shot my body clean in two. My lower body landed at that Jerry's feet. I can still hear him laughing as I started crawling in the general direction of England, calling behind me in broken English, "Mein Freund! Where is your legs? Looky, what have we here? Some legs? Hey, did they never lose some legs?" I'll never forget looking back over my shoulder and seeing that crowd doing the can-can with my legs. Забавный мужик. Конечно, в его глазах много печали, хотя по факту он больше грустит не по потерянным ногам, нет. Его не берут в гражданскую пожарную службу просто потому, что он не умеет рисовать голых мужиков. Хотя он пытался. I did this last night. What do you think? Remember, duck and cover. А вот и Мясницкая. Это особенно важное для повествования место, хотя потому что тут командует папаня Стива, который пока что дома отдыхает. И именно сюда мамаша хочет отправить парнишку работать в далеком будущем. Хотя лично я бы не стал тут работать. Ведь очевидно понятно, что качество мяса то даже хуже, чем у Мираторга. А сегодня у нас новинка. Молочные сосиски Гав. Котлета внутри котенка, а котенок внутри сосиски. Этого чела зовут Пэт О'Райли, и он работает на папашу Стива. Он искренне уверен, что именно они предлагают городу самые лучшие мясные изделия, и нет ничего лучше, чем хороший красный стейк. Come to think of it, I don't see any cattle around here. Where do you keep the animals? Does it matter? The end product is all the customer cares about, Steve. And we only carry the finest meat, only the juiciest cuts. Держи в курсе, Пэт. Держи в курсе. А это школа. Школа, где учат детей. Хотя, честно говоря, Колумбайн в таком месте был бы для многих праздником. Лучшие преподаватели доступны детям. Это учительница против телесных наказаний розгами, а вот наказание бейсбольной битой. If an A-bomb hits, what good is it gonna do to duck and cover? Преподаватель года. Еще лучше юморески выдает директор Хэрилл. Who are you? You know very well I'm Mr. Harrell, principal of Gain Memorial. Steve, I've heard about this amnesia nonsense. I had hoped you'd be in the lodge by now, fine young fellow like yourself. But now, I think maybe you need a little more quality time. Quality time можно перевести по-разному. По смыслу он означает наставление со стороны взрослого, а еще и хорошее времечко. You mean quality time? Quality time can be such a warm, sharing experience. After just a few sessions, you'd stop this amnesia nonsense and become a productive member of society and a fit candidate for the lodge.
Не буду я ходить вокруг да около и прямым текстом вам скажу. Под quality time'ом он буквально имеет в виду секс. Ныне же во времена эпидемии подобное времечко называется вирт. Вниманию вашему я представляю локальную телестудию приколов и веселья. Именно тут снимают ту замечательную познавательную передачу про ковбоев и индейцев. Мы даже имеем честь пообщаться с главным действующим лицом, с маскотом сей фабрики приколов, ковбоем Райдером. Stay tuned, buckaroos. There's more to come on Range Riders Cowboy Roundup. So don't go away. And what's your name, hombre? Steve. Steve's a swell name. My dog's name is Steve. Would you like my autograph, Steve? Самый лучший комплимент. Когда я впервые назову свое настоящее имя, какой-нибудь умник обязательно напишет в комментариях нечто подобное. Конкретно в диалоге с Райдером я начал подмечать нечто такое, чего вообще не ожидал. Повесточку от разработчиков. Имею в виду, конечно же, не нынешнюю актуальную повесточку, а серьезный месседж. Violence is as American as apple pie and low SAT scores. Where would we be right now if the cowboys hadn't gone out west and butchered innocent people to steal their land? Answer me that, Mr. Know-it-all. But what about studies that have shown that children become more violent when watching violence? Buckaroo, I rip the guts out of godless heathen engines. Most kids don't see godless heathen engines on a regular basis, and if they do, they better either get their eyes checked or do like old Range Rider and shoot the bejesus out of them. Lest they want to go untreated for psychotic hallucinations, or wind up with their scalps hanging from a buckskin belt. Oh, shit! Ow! Shit on a stickeroo! The parents that are griping about violence on TV are the same parents that go outside in the morning to fetch their papers, secure in the knowledge that they won't get an arrow through the noodle because the violence they hate so much done cleared the engines out of the neighborhood. Yeah, civilization has benefited from violence. But should violence be treated as entertainment? Check my rating, son. Violence is entertainment. I just put it on the air. If some kid watches, that says something about the kid, not me. Иронично даже в какой-то мере. Да, мои дорогие, бакару. Now, excuse me, we're going back on the air. Тут есть еще отдельный кабинет, где чилит начальник этой студии. Правда, я заметил ее только ко второму прохождению. Луль. I've lost my memory. That's news. The hell it is. You always were a kidder, Steve. Any real news to tell me? Ну и пошел ты в сраку, фрункул кабельный. Кафешка. Изначально он назывался кафешка Эдны, но теперь все ради рофла кличут его кафешка ДНК. Ох уж и юмористы обитают тут. Внутри же всего заведения бытует Эдна и ее дочка Карин. Oh, Steve, what are you doing, sneaking up on me like that? God, for a second I thought you were Mr. Johnson. What would you like to order? My name's Edna Fitzpatrick. I'm not the one with amnesia. Then you believe me. Well, you always were a kidder, Steve. Мама, одиночка и шалунья дочка. Other than the diner, she's all I have. Муж дамочки обрюхатил ее и пропал непонятно куда. Она же ныне заведует кафешкой, растит дочь и ведет самый нормальный образ жизни. Без иронии, она одна из немногих адекватов. А еще именно она всеми силами отбивается от мистера Джонсона. Мистер Джонсон has a liking for me. I call it a crush, but that's too innocent a word. He's a bitter man with too much time on his hands. Еще никто так тонко не обзывал человека ананюгой. В этой же кафешке достаточно часто обитает и другой персонаж. Шериф Дуэйн. Это ментовской участок, и в нем сидят два челика. Ох. Собрался. Поехали! Hello, Steve. Let me introduce myself. I'm Sheriff Dwayne Dwayne, and this here is Loomis. Pleasure, I reckon. Я даже не знаю, с чего начать. Шериф чел вроде нормальный. По крайней мере, он делает вид, что реально заботится о городе и его жителях. Then we haven't met before? Of course we have. But I heard about your alleged amnesia and figured I'd play along. I sure hope this is just a prank. And not the start of some insanity plea. Keep your nose clean, or you'll wind up in jail, and that's no place to hold a wedding.
Допустим, он реально обеспокоен этими приколюхами, связанными с амнезией. I'm telling you the truth. Why won't anyone believe me? Well, you've always been a kidder, Steve. Не я один уже схожу с ума от всего этого. У Стива тоже начало крышу срывать. Масло в огонь подлили нравоучения шерифа. Boy, you need to stop all this funning and get serious. You've got a wedding coming up soon. Heck, you should be thinking about your career and about joining the lodge. Именно. Буквально все нам намекают на вступление в ложу. Учителя, Эдна, родители, полковник. Хотя Бастер без ног, правда, просто хочет узнать, что там происходит. Возможно, в ложе засели коммуняки. Конечно, по факту, шериф чел бесполезный относительно защиты закона и порядка. Допустим, когда мы обсуждаем пожар в здании печатного издания, оказывается, все тут у них всрато. Sure, you remember. The Sentinel building burned down about 6 months ago. That's what I'm telling you, Sheriff. I don't remember anything. Why won't you believe I have amnesia? Well, you've always been a kidder, Steve. Anyway, the fireman said the fire was caused by arson. I never caught the perp, though. But we found the gas can that was used. Yes, sirree, Bob. It's in the evidence room. Loomis, that's classified. Darn it. How many times you gonna have to tell me to keep my mouth shut, I wonder? Sorry, boss. Ох уж этот дивный урожайск. Зато стоит мне ради угара дать юный Карин журнальчик пошлый, как приезжает шериф и отчитывает нас. What's that, mommy? How dare you? You're a nice boy, Steve, but you need to be taught a lesson. What kind of pervert are you? Harassing a little girl like that? You're under arrest. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться. В урожайск. Тут же мы сразу перескакиваем на товарища Лумиса. Он помощник шерифа и очень добрый ламповый дед. Правда, тоже не без странностей. Mainly Loomis answers the phone and babysits the office while I'm out. Though sometimes he likes to go in the back and stain the jail mattress. Isn't that right, Loomis? Oh, now, Sheriff, what you gotta go and say that for? Лумис, 71 год. Пошлый. Ну да ладно, вы же, наверное, устали от этих приятных новых знакомств. Какая это уже минут ролика? 15-я? Пора бы потихоньку сюжет сам начать, но перед этим навестим еще одного персонажа. Пред нами сейчас кладбище локальное. В нем, конечно же, никого нет, хотя за глаз цепляется склеп, который принадлежит роду Потсдамов. Достаточно странно, что у такой относительно чмошной семейки есть собственный склеп. Следом я перемещаюсь в локальный мортуарий и знакомлюсь с мистером Мойнханом. Стивен? Who are you? I am Daniel Moynihan, mortician and proprietor of the Wayward Hotel. Most people ask me why I don't remember their names. Well, you always were a kidder, Steve. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! В общем, он чё-то тип местных трубдел мастер. И к тому же обладает максимально приятным голосом. А это отель, которым, кстати, тоже заведует Мойнихан. Сап-сяп! И, наконец-то, то, что вы так долго ждали. Там-та-да-дам, там-там-та-да-дам, сюжет! Мы начинаем двигаться по сюжету. И история наша находит продолжение около входа в здание ложи. Его я называю «Масонский челик». Only initiates may enter the hall of the Order of the Harvest Moon. Did you say something? I did not speak, but my mind touched yours. Извините. Как бы по тексту, вот я сейчас текст читаю, по тексту это должен засмеяться максимально естественным образом. Но у меня это получилось естественно, просто потому что я вспомнил вот эту физиономию.
Просто мне его лицо, такое с ухмылочкой, что-то прям в душу запало. Особенно начинается ржака, когда он весь такой серьезный заявляет. «Если ты хочешь вступить в ложу и познать наши тайны, то сначала заполни форму в почтовом офисе». Ну и теперь наша задача достать эту чертову форму и заполнить ее. До очень многих моментов в игре просто так не додумаешься. Разрабы буквально говорят экспериментировать, сохранившись перед этим. Я же буду просто говорить, как и где что сделал, а вы уже сами думаете, как до этого можно додуматься. После того, как Стив изучил город и его жителей, он чадовской походкой решил изучить то самое сгоревшее здание. И о удивление! С помощью лопаты мы откопали пару рофлов, одна из которых пуговка. Почтальонская. Используем пуговку. Используем пуговку как предлог для разговора. Слово за слово, и мужик как бы нам намекает в открытую, что это именно он сжег то здание. С его слов нам будет доступна форма для вступления в ложу, если мы поможем ему и заберем из ментовского офиса канистру из-под бензина. Ох, тут и начинается веселье. Ныне шериф сидит и совершенно лампово чилит в кафешке Эдны. Тем временем в офисе совершенно один сидит Лумис, а значит до комнаты с уликами добраться расплюнуть. Нужно всего лишь отвлечь бедного старика пошлым журнальчиком. О, Бадьёвень. This here's the real thing. Can I have it? Thank you, Steve. Gives me ghetto. Gotta go check the jail for clean tiles. Дед ливает полировать одноглазого Джеки Чана, а Стив с чистой душой врывается в комнату с уликами и лутает абсолютно все, что только может найти. А находит он канистру, кроссовки и фотоаппарат. Неплохо. Далее случается абсолютно жестокая, я бы даже сказал, кровожадная сцена наказания Хорни Деда. Hello, Steve. Where's Lumis? He'll be coming around. I'm out. Here he comes. Oh, that's good. Lumis, damn you! Wait, no! No! Standing up with mattress again! Folding up with towels! No! No! Поистине жестокая игра. Стив наконец-то идет к почтовику и выменивает канистру на необходимый клок бумаги. Дан-дан-дан-дан! Наконец-то спустя столько времени эта сраная бумага заполнена и готова быть отданы в руки масонского челика. Кстати, существует русская версия игры, хотя она во многом не точна, по моему мнению. Однако там с большим удовольствием перевели все записки, так что вашему вниманию представляю ту самую, но уже заполненную форму для вступления в масоны на русском. Смотрите, не торопитесь, я тут посижу. Держи, ехидный мужчина! I see you've managed to acquire an application that demonstrates resourcefulness, a desirable trait for prospective members. You need a rest. Report back here for your next assignment. И на этом оканчивается первый и, пожалуй, самый трудный день из жизни нашего замечательного шутняра по имени Стив. После всего пережитого ему стоит отдохнуть и как следует переварить увиденное. И, пожалуй, не ему одному. Welcome to our order. The hand that grips.